Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Золотой топор». Жили два брата, один бедный, другой богатый. Раз пошел бедный брат в лес по дрова и стал рубить их у самой речки. Рубил-рубил топор в воду и упал. Сел он и залился горькими слезами. Вдруг появился старичок с белой бородой. «Что случилось?» – спросил он. Рассказал мужик ему про свое горе. Старичок вошел в воду и вытащил золотой топор. Спрашивает: «Это твой топор?» Мужик отвечает: «Нет, не мой». Тогда старичок достал из воды его топор и отдал ему. Тот обрадовался: «Как же тебя отблагодарить? В гости позвать стыдно, угостить-то нечем». Старичок засмеялся: «Не надо мне твоей благодарности, лучше иди домой, тебя жена ждет». И исчез, так же, как появился. Приходит домой мужик и глазам своим не верит. Стоит вместо старой избушки новый красивенный дом. А жена-то жена, такая уж радостная, на стол ужин подбирает. И стал бедняк богаче брата. А тот тут как тут расспрашивает, как же все случилось. Мужик и рассказал, но про золотой топор тоже промолвился. Побежал богатый брат к реке, бросил в нее топор и завыл на весь лес. Явился к нему тот же старичок, достал золотой топор и спрашивает: «Это твой топор?» Богач закричал: «Мой, конечно, мой, ну-ка давай его сюда!» Старичок отдал ему топор и исчез, ни слова не сказал. Бросился богач домой, бежит, бежит, а лес все гуще, все темнее становится. Настала ночь, и понял он, что заблудился. Лег под дерево, положил золотой топор под голову, решил: утро вечера мудренее. А утром проснулся, лежит у своего дома, и рядом его топор, только не золотой, а обычный, железный. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а если так, тогда садитесь поудобней, будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам спокойной ночи. Пока!